Ну разве не здорово? Метательные ножи, тень совы в кожаных ножнах от Lezo Group. По краям проклеены, прокрашены. Между ножами прошиты нитью, проклепаны заклепками. Между каждым ножом есть кожаная вставка, дабы не перетирать нить. По всей кромке прошита нитью. Подпоясные ременные есть отверстия, дабы избежать рвения. Вот это все исполнено в 3-миллиметровой коже. В моем понимании, напоясные ножны для метательных ножей созданы, чтобы устранить разный реверс. То есть, когда мы держим в левой руке два ножа и метаем третий, потом берем второй нож, в руке остается один нож, метаем второй, и остается левая рука пустая, метаем третий нож. И, естественно, реверс совершенно разный, а на точность это может сыграть ключевую роль. К метанию с ножнами очень быстро привыкаешь, то есть очень удобно. И действительно понял, что времени на это тратится немного, на заправление ножей в ножны. На самом деле, когда в левой руке ничего нет, есть большая возможность сосредоточиться на правой, той, в которой находятся, собственно, ножи перед самым броском. Заправлять это несложно, на это тратится очень мало времени, зато очень и очень результативно. Передаю большое спасибо Александру Смирнову, метательный клуб «Сова», Мариуполь. Совы красивые, тихие, бесшумные, ярко и агрессивно добывающие свою цель. Сегодня в первый день хочется поработать над базой, то есть один оборот, дистанция 3 метра. Сейчас немного изменю глубину хвата на приближенную к молоточному.